Об избирательной кампании говорили сегодня и на встрече лидера республиканской организации «Белорусский союз женщин» Ольги Шпилевской с Брестским областным активом общественного объединения. Разговор также шел и о деятельности на местах и актуальных задачах организации. Подробности в материале наших корреспондентов. Особое внимание роли женщин в развитии общества и государства. Сегодня представительницы прекрасного пола имеют активную жизненную и гражданскую позицию, участвуя в культурных, социальных, экономических и общественно-политических процессах, которые происходят в нашей стране. Чего хочет женщина, пускай останется тайной, а вообще женщины Беларуси хотят мира. И самая насущная, наверное, вот такая задача, которая перед нами стоит, это сохранение мира. Сегодня мы вступили в такую активную фазу электоральной кампании, у нас началось досрочное голосование. И белорусские женщины не остаются в стороне от электоральной кампании. Активно включились в нее, входят в окружные участковые избирательные комиссии, задействованы в качестве наблюдателей. Обсудили предстоящие праздники, День защитников Отечества, в преддверии которого стартовала республиканская акция «Мамины пироги», а также предстоящее подведение итогов областного этапа республиканского конкурса «Женщина года». Все женщины молодцы, каждая на своем месте. Вне зависимости от той сферы деятельности, которой она работает и чем она занимается. И представленные номинации, конечно, это все еще тайна, да, и в области нам уже проговорили, что подведены итоги. Нам осталось только дождаться, кто же 28 числа станет победителем и представит нашу область на республике. С каждым годом женщин с активной гражданской позицией все больше. Особое внимание уделяется работе молодежного крыла организации. На встрече отметили основные направления развития белорусского общества и воспитания молодежи на основе традиционных ценностей. Перед нами поставили новые задачи касательно эмпатии, касательно прививания правильных ценностей нашей молодежи. Ребята готовы, ребята ищут возможности, ребята хотят реализовывать свои идеи. И, конечно, мы, и в том числе, в частности, я, как председатель молодежного крыла, даю им такие возможности. Каким образом? Конечно, путем сотрудничества. Разговор также шел в целом о деятельности Белорусского союза женщин, его активах на местах, актуальных задачах и планах организации. Большая роль отводится развитию регионов, а значит, каждая женщина на своем рабочем месте может быть примером созидательной работы. Валерия Гальперина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».